Мы сдвинули сроки разработки основных направлений налоговой политики. Теперь они делаются гораздо раньше. Есть возможность у экспертов, у всех заинтересованных посылать свои предложения. Обсуждения предложений начались еще в предыдущем году. Это невиданное в нашей истории. И ясно, что документ получится гораздо более качественным. И самое главное, с конкретными предложениями. Обсуждение авторитетными специалистами налогообложения, там, это вообще очень важный вопрос. И вот, собственно, продвижение России вперед, а не назад, там, ну, например, по рейтингам Doing Business, оно в значительной степени связано с грамотной работой именно по налоговому направлению. И мы ожидаем, что такие, ну, серьезные специалисты, обсудив, что можно улучшить в этой области, ну, сильно способствует правильному развитию, ну, бизнеса в стране, фактически экономики страны. Открытое правительство, экспертный совет открытого правительства – это площадка, на которой можно думать, слушать мнение других, вырабатывать это мнение. А дальше есть возможность выступать на заседаниях рабочих групп и, самое главное, готовить заключение и выступать на заседании правительства Российской Федерации. Это очень важно, это гарантия того, что правительство выслушает. На моей памяти случаи, когда правительство очень серьезно меняло документы по требованиям открытого правительства, когда в протоколы заседания правительства вносились очень серьезные изменения, и это реальный результат. Гайдаровский форум, понимаете, это место, на котором можно обсуждать самые острые вопросы. И, конечно, надо будет ответить на вопросы, как России выходить из стагнации, каково место России в современном мире, когда уже размываются границы между странами, когда то, что нам казалось экономикой 21 века, уже устарело, когда технические, технологические, интеллектуальные идеи просто захлестывают и перехлестывают. И если ты чуть-чуть не успел, то опоздал навсегда. Вот как не опоздать? Как вскочить в этот уже не поезд, а стремительно летящую ракету, надо думать.